Друзья мои, я опять в этом кафе, опять пришла кушать свой любимый тортик. Ну вот, так, сегодня у нас вместо урюка шоколадка, маленькая шоколадка и мой любимый ореховый торт. Я его просто обожаю, его так красиво оформляют. Ну и сейчас будем наливать с вами чай, девочки. Вот, он еще, конечно, не заварился, но ничего. Вот у этих чайничков есть один недостаток. Вот у них как-то проливается немножко. А, кстати, заказала я саусеп зеленый. Я очень люблю саусеп. Ну, решила зеленый. Почитала, что зеленый это очень полезно. Вообще потянула на красное. Сейчас зашла в магазин, купила себе вот такую торбочку красного цвета. Ну и там еще кое-что. Тоже есть кое-что из покупочек, это я уже дома вам покажу. И вот такой натюрмортик для разнообразия. Этот мой любимый красивый чайничек и шикарная статуэтка. Красиво. Я люблю такие композиции. Итак, порадовать глаз. Турция. Вот этот котик, это в центре Кемера. Я заходила в ювелирный магазин, и это такая у них визиточка на магнитике. Вот осталось впечатление. И вот такое вот сердечко, да, да, сердечко. Обожаю эти лапти турецкие. И виноград. Виноград, конечно, здесь, так сказать, китайский, наверное. Но мне очень нравится его вот в этом турецком уголочке примагнитить. Получается такая вся Турция плодородная. Уж не знаю, насколько она плодородная, но так я ее себе представляю. Так, сейчас я вам себя покажу. О, лилия. Вот она я. В общем-то, образ вполне соответствует моему, как это, внутреннему я. Вполне. Это я. Это действительно я, да. А вот такой мужичок. Так, оп. Тихо, тихо. И вот так.